К концу недели отопление должно появиться во всех домах Красноярска. Сегодня в мэрии отчитались. Процесс заполнения сетей запущен. 60% жилого фонда уже обогревается, и с каждым часом эта цифра только растет. 23 сентября – это крайняя дата, когда тепло должно быть во всех квартирах без исключения. Если это не произошло и батареи холодные, необходимо обратиться в управляющую компанию, а затем уже и в районную администрацию. На этой неделе, в среду и в четверг, районные администрации готовят и проводят свои горячие линии. На горячей линии каждый житель района может позвонить в свою администрацию и сказать о тех или иных недостатках в теплоснабжении уже конкретно его квартиры, конкретного его дома. После этого все недостатки, которые там будут объявлены, мы возьмем день-два на то, чтобы все эти недостатки устранить.